Так как металлсайдинг у нас будет в каркасе, варим еще для него каркас. Каркасик будет вот здесь вот стоять, вот так вот. Это получается, он будет утопленный, если снаружи смотреть, и в это место уже будет ставиться металлсайдинг. Вот в таком стиле. Вот так вот. Чтобы было все, ну, заподлицо получается. Прежде чем его проваривать, желательно, конечно, промазать. Не желательно, а необходимо, иначе отсюда будет течь ржавчина. Мажем здесь, мажем здесь. Вот так вот. Одной рукой, конечно, неудобно. Сейчас все это дело размажу, конечно. И все это дело прихватываем. И так делаем все по кругу. Вариваем каркасики. Ну, где затачиваем, зачищаем. И, в принципе, с каркасом все. Следующий этап уже покажу, как вырезаю замок подтайной. Все, делаем дальше. Так, приступаем к замку. Замок у нас вот такой вот. Здесь 40. Как раз под 40-ю трубу, профильную трубу. Размечаем половину двери, ну или кому как удобно по высоте. Так, я вот разделил пополам, у меня как раз выходит пополам. Ставим. Здесь, естественно, она когда поставится вовнутрь, ничего задевать не будет. Как говорится, никакого колхоза не будет. Так, размечаем. Ставлю здесь отметку. И, естественно, здесь тоже. Так, убираем. И сверлим. Точнее, я так делаю. Вот это место сверлится под квадрат. Я его сейчас расшарошу на 12 миллиметров. А здесь я бы отметил, просверлил насквозь для того, чтобы с той стороны поймать метку, чтобы с той стороны ничего не подкладывать. И сейчас здесь вырежу болгаркой квадрат. Здесь на 12 поставлю сверло и пробью уже 12-м. Все, делаем дальше. Ну и также вырезаем с той стороны. Это под личинку у нас получается. Все, сейчас покажу, как вырезать буду с торца. Так, ну все, прорезал отверстие на всю длину. Сейчас я буду закреплять сам замок. Сам замок крепим на обычные саморезы. Называется термошайба с бурком. Вот. Так вот получается. Выставляем по центру. Ну, в принципе, прорезь, если по центру прорезали, то она у нас стоит уже автоматом по центру. Но немножко все равно контролируем. Обычно саморезы. Раз, все на месте. Можно по цвету металла. На месте. В комплекте идет также вот квадрат такой вот, две ручки и два вот таких болта. На болтах специально сделаны насечки для обрезания. Сейчас в процессе покажу для чего. Это тоже можно обрезать, он сделан для больших дверей. Ну, у кого разный бывает, там может профиль другой какой-то. Так, ставим его сюда, ставим ручку на него, одеваем. Все, он сейчас стоит уже на месте. Контролируем центр и отмечаем, где сверлить. Здесь вот на нем есть выступы такие.
И вот отсюда сбоку все прекрасно видно. Отмечаем. Все, можно также отсюда вот гвоздиком нам чертить. Я вот так вот карандашом отмечаю. В принципе, все нормально получается. Так, так. Все, сейчас сверлим. Так, квадрат отрезали. Сейчас его ставим. Можем и это, можем и эту сторону, в принципе, без разницы. Одеваем. Сюда одеваем. Одеваем. Прижимаем. Все. Так, сейчас отрезаем болты, которые скрепляют саму ручку. Отрезаем по самой крайней метке. Достаточно здесь будет. Как раз вот если представить, то вот по самой крайней метке. Сейчас режем два болтика. Все, отрезали болтики, теперь их закручиваем на место. Сильно перетягивать не нужно, потому что ручки либо алюминиевые, либо пластиковые могут сорваться. Все, готово. Лучше подтягивать обычной отверткой. Так, сейчас покажу, как устанавливаю личинку. Так, личинка вставляется, в принципе, тоже все просто. Можно как по месту ставить, ничего сложного нету. Как поменять ее на другой диаметр, размер. Это слишком длинноватый. Ну, пока какой есть, поставим. Поменять в любой момент можно. Ставится тоже, вот, поставили. И это место начинаем ловить. Вот с этим отверстием. С этим отверстием начинаем здесь соединять. Эту ставим. Все, замок готовый, все врезали, все функционирует, все четко, это все работает, все отлично. Так, сейчас еще будем варить такой вот нащельник сюда, он пойдет по всей длине, для того, чтобы перекрыть вот этот вот зазор, зазор 10-миллиметровый. Он будет работать как нащельник, не будет видно внутренности замка, так же будет работать, как и ограничитель. На это место будет наклеиваться уплотнительная резинка для дверная специальная. То есть и шума не будет, и закрываться будет плотненько. Но это все в процессе. Вот так вот на прихватчике сделаем, и все. Сейчас пока закрыть не получается, так как это приварено, это сверху. Сейчас стоит на ограничителе. А так все, замок работает. Сейчас его снимаем. И уже будем устанавливать второй раз это при установке на месте, на объекте. Так, начинаем приступать к монтажу калитки. Тут вот выведены такие у нас закладные, 25-я шина. Не делали ли мы, кто-то из складчиков поставил. Так, их две штуки у нас здесь. Раз, два. Вот на одной стороне уже обрезали, режем практически заподлицо. Из расчета того уже размер брали, чтобы здесь было 4 мм. Вот, одну приварили, сейчас немножко здесь шов уберем и, в принципе, будем прикладывать уже сюда косяк из 40-й трубы 40x40. Так, это мы сейчас вот так вот ставим и вот это место провариваем, ну, с хорошим током. И, в принципе, нормально должно будет удержать. Все, делаем. Так, приварили ответную часть двери с петлями, которые вот так вот приварили через закладную. Все, обварили, все надежно держится. Ставим сейчас подшипники сюда и одеваем дверку. Так, сверху направляем, снизу направляем. Так, все, очень мягенько садится. Закрываем. Так, все функционирует. Так, ну все, калитка готовая. Ручку с замком поставили, все функционирует, все закрывается мягенько. Так, осталось подкрасить вот эти швы.
ну, где закладные, и в принципе все, и на обшивание. Но обшивать заказчик хочет сам. Обшивать будет вот таким вот сайдингом металлическим. Ну все, как бы так, зак открывается, входит, все мягенько. С обратной стороны у замка стоит вот этот вот. Ну, я изначально показывал, что мы ставили. Замок закрыл, все, чтобы с ключами не ходить сюда, открывается, ну, по классике. Все, такая калитка получается. С обшиванием, конечно, уже смотреться будет по-другому. Точнее, каркас для калитки. Все. Всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайки. Ждите новых видео, кому интересно.